Здравствуйте, наши дорогие консультанты. Мы всегда стремимся менять наш сайт таким образом, чтобы нашим новичкам было интуитивно понятно и легко находить необходимые товары и делать покупки. Сегодня я хочу рассказать о нескольких новых изменениях, полезных для наших постоянных пользователей, для наших консультантов. Во-первых, функция «Поделиться корзиной». Я знаю, что многим она давно знакома, и консультанты успешно собирают корзины и делятся ими в личных сообщениях и чатах. Но было неудобно делиться товарами, у которых есть несколько цветов, оттенков или размеров одежды. Консультант должен был заранее предусмотреть, какой размер одежды, цвет товара положить в корзину, а новичок или покупатель, получивший ссылку, не мог в тот же момент изменить данные параметры товара. Совсем недавно мы доработали эту функцию. Как видно на экране, я выбираю тушь. Выбираю оттенок, коричневый или черный. Добавляю в корзину. А еще я хочу взять футболку с QR-кодом. Выбираю размер M. Перехожу в корзину, просматриваю список товаров, выбираю функцию «Поделиться корзиной», получаю ссылку, копирую ее и отправляю своему новичку или покупателю. Покупатель, переходя по ссылке, открывает корзину, и у него сразу же формируется комплект товаров, который я ему передал. В списке можно выбрать необходимый товар и изменить параметры – цвет или размер. Теперь при получении корзин покупатель всегда может сам скорректировать необходимые параметры сразу после перехода по ссылке и добавления товара в корзину. Также не все знают, что ссылка в корзину реферальная, и в корзине можно формировать комплекты, наборы товаров, размещать ссылку на корзину на своих сайтах, в интернете, настраивать рекламные кампании и таким образом делать особое, собственное предложение для новичков. Для новичка при клике на ссылку автоматически формируется корзина, и он может спокойно зарегистрироваться под наставника в процессе оформления покупки. Для уже существующих покупателей корзины можно использовать для формирования выгодных комплектов товаров, которые будут решать какую-то конкретную проблему покупателя и мотивировать повторную покупку. Важно помнить, что акции в переданных корзинах применяются только после регистрации и авторизации новичка. И если вы работаете в разных странах, то ссылки на корзины нужно делать отдельно под каждую страну. Далее мы запустили галерею Instagram-фото на главной странице и в карточках товаров. У консультантов и наших подписчиков в социальных сетях есть возможность поучаствовать в продвижении наших товаров на сайте. Для этого необходимо в своих постах с товарами Faberlic делать отметку официального аккаунта Faberlic Official. Уникальные посты с хорошим качеством и отметкой могут быть опубликованы на главной странице и в карточке товара. Такой формат продвижения позволяет добавить реальные истории, обменяться опытом об использовании наших продуктов, создать доверительную атмосферу для погружения новичков и принятия решения о покупке. Пользователь может воспользоваться новым форматом, полистать настоящие фото или видео из социальной сети и перейти в карточку товара для более детального изучения товара. Вот как мы видим на экране. Я открываю пост с прекрасным котиком, смотрю реальные фотографии наших консультантов и принимаю решение, что вот все-таки мне подошел вот этот прекрасный шампунь. Далее перехожу в карточку и добавляю товар в корзину. Отдельно отмечу, что совсем недавно мы обновили навигационное меню на мобильной версии сайта. Теперь искать товары на мобильном телефоне стало проще и удобнее. Переделали дизайн карточки товара, сделали их яркими и контрастными для особого и детального выделения преимуществ наших продуктов. Улучшения происходят регулярно, но не всегда информация известна. Поэтому мы открыли специальный раздел «Цифровые новости», чтобы об этих и других полезных изменениях на сайте и в мобильном приложении могли читать и узнавать наши консультанты. Прямую ссылку можно найти в описании к нашему цифровому форуму на канале YouTube.
Спасибо и до новых встреч!